Ребятки, всем привет, с вами Александр, Легенды Дракономании, и смотрите, что у нас здесь есть. Это у нас комбинация Демон плюс Джунгли. И, ну, наверное, попытки, по-моему, со второй, третьей, у меня получился Дракон Император. Это именно комбинация для него, одна из лучших. В общем-то, ну, у меня остается сколько тут времечко? Ну, 4 дня, в принципе, могу попробовать вывести Хиппи, Лава плюс Конфетка. А потом можно и Чаровницу попробовать еще вывести, вторую, например. Ну, чисто так, по приколу. Так, теперь давайте глянем, у нас главная интрига, что у нас там происходит в клановых сражениях. Так, давайте сразу кормим мороженка. Мы достигли рубежа миллиончик, нам там всякую купу всего уже надавали. И сразу ставим следующее, и давайте смотреть. Мы вырвались на первое место, ребят. Так, вышибло. Обратно, обратно. Закройся. Не понял. Время, что ли, закончилось только что? Так, мы же на первом месте были. Странно как-то. Ну, в общем-то, это хорошо. То есть мы были на третьем месте, потом поднялись на второе. Да, все, закончилась акция. Просто вот очечки. Ну, по-моему, мы как раз заняли первое место, да? Если я не ошибаюсь. Это очень-очень хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Давайте глянем по коллекции, что у нас там. Ничего пока что не изменилось. Так, колдовская арена. Давайте смотреть, что у нас по колдовской арене. В общем-то, я стараюсь держаться выше 600 кубков, но, ну, точнее, в районе 600 кубков тяжело. Тяжело нам это дается, честно говоря. Не хватает у нас здесь умений. Так. Ну, давайте сейчас этот тренер уже сражается. Ёшкин ты кот. Я так долго искал, думал, минус 17, потому что сейчас нам здесь сложно сражаться. О, снова минус 17, но здесь 40-е на 3 звезды. Блин. Ну ладно, пойдем осенью. Я так стараюсь найти кого-то послабее. 34 на 3. Ну, давайте попробуем. Может, если там один такой сильный. Ну, в смысле, 40-й на 3 звезды. Кстати, да, здесь появилась кнопочка. У нас, да, черт, не забыл сказать. У нас же игра обновилась. В общем-то, одно из обновлений это появилось здесь X2. То есть это круто. Помогает нам здесь по-быстрому разбираться со всякими джунглями. Так, и у нас там еще обновление было по друзьям. Теперь вы можете в разделе «Друзья» добавлять бесконечное количество себе друзей. Это очень-очень хорошо. Так, давайте вот так сделаем. Блин, ну так нормально так. Я у него 60% жизни забрал, а он еще потом взял и выжил. Ну ладно. Так. Стараюсь быть в лиге 600%, то есть максимум 3 боя я могу сделать, ну, подряд, не больше. Потому что не хватает сильных дракончиков. Только осень и факел у меня могут, то есть, здесь спокойно соревноваться. А дальше там уже с трудом. Дальше с трудом. И то там еще не вернулись выше. Ну, в общем, там что-то не очень, да. Еще мы слабоваты, чтобы здесь воевать. На самом деле. Так, вот 15. Сюда факела. Вот так вот. Ну, давайте пойдем. С помощью факела 15-го можно и завалить. Но тоже не сказать, что просто. Надо искать на самом деле 16. Потратил осколочки я немножко на прокачку божественных кусков. Сделал уже несколько великолепных. Сейчас мы зайдем, покажу вам. С одного удара всех ваншотим. 35-й туда же. Так, у нас еще осталась осень. Это хорошо, значит, еще один бой сможем выполнить. Шикарно. О, 17. Ну, это вообще отлично. Сейчас мы перейдем выше 600 кубков. Там, где и хотелось бы мне находиться, но
Так, 20. Здесь, походу, слабый противник. Можно было бы просто легендарными, наверное, справиться. Ну, бывает по-разному. Вот, попался, смотрите, какой. Ну, на всякий случай. Вдруг там еще дальше таких будет парочка. Ну да, во-во-во-во-во-во. Ну, думаю, справимся. Они слабоваты. То есть это обычные дракончики там. Так, ну награда дофиговая у нас на этот раз была. Вот, ну мы опять, только я за день уже, наверное, раза три сюда возвращался и туда, и обратно. Ну и все. То есть пока что мы находимся здесь. Вот наша лига, да. Ну вот отличный кусочек может попасться один, и то как бы не гарантированно. Так, с этим мы разобрались. Давайте глянем на осколочки. Вот я божественный сливал. Ну, потратил больше 10 тысяч очков, чтобы сделать 8 великолепных, 5 отличных и 5 хороших. Очень много очков уходит на вот это все слияние. На самом деле, так, вот здесь тоже можно сделать так. Ну, по легендарным у нас пока что без изменений. Нету хороших осколков. Так, давайте глянем, что у нас по акциям, ребятки. По акциям нужно 14 часов, нужно еды немножко насобирать. А здесь 14 часов, ну, мы сейчас выведем императора. Сколько нам дадут за это? Император у нас эпический, да, вроде как 500 очков, ну, маловато. Тысячу наберем, не наберем мы полторушечку, не успеем, скорее всего. Хотя, когда, правда, очки эти даются, если нам еще раз дастся, в общем-то, если когда очки даются, когда мы только скрещиваем их, то может успеем при определенной доле везения. Также появилась анимация, вот эти вот сердечки, я раньше такого вроде как не замечал. Так, теперь по поводу дружбы. Вот в разделе друзья, давай. Так, а это мне игра не об... Она обновилась, потом мне, я перезагрузил комп, и что-то у меня, походу, не обновленная игра, ребята. Ну, в общем-то, вот здесь вот есть кнопочка «Добавить друга». И, ну, зайдите в Play Market и обновите игру, тогда она у вас там точно появится. У меня была здесь что-то в эмуляторе, я ее сейчас не вижу. Так, у нас сейчас еды маловато, всего лишь 1 600 000. Нам нужно будет качать по ходу Архангела уровень, также, ну, на 45-й, ну, подтянуть его к уровню Факела и Осени. Это потому что у нас завтра, кстати, начинается новое событие. Ну, чтобы на следующий замок, если там надо будет нам какие-то драконы металла, чтобы у нас уже было кем там кое-как сражаться. Так, сейчас давайте попробуем. Так, Великая Пасхальная Охота начнется уже завтра в 3 часа по Москве. И главный приз будет дракон принцесса, ребята. Так. Так. Хорошо. Так, собираем еду. Нам нужно насобирать побольше еды. Так, и где мы здесь находимся? Да, нам еще один раз собрать, и мы выполним условия, получим своих 3 кристалла, но это ничего такого сверхъестественного в этом нет. Все довольно просто. Так, вот еще опять ой, блин, забыл поставить эту галочку. Так, это мне не надо, гнев дракона тоже не надо. Я уже довольно много ингредиентов насобирал. Ну, клубнички только маловато, а так, в принципе, хватает всего. Так что, кому надо, обращайтесь. Так, блин, подождите. О, появилось. А, то оно не успело прогрузиться. Во, ребятки, мы с небольшим отрывом еще все-таки впереди. Так что давайте поднажмем 16 часов. Ну, правда, это видео уже выйдет завтра, когда закончится. Хотя нет, не закончится. А может и закончится уже. Ладно.
Посмотрим, как оно будет. Но мы пока что впереди, с минимальным отрывом, но впереди. А были на третьем месте, это круто. Это круто, ребятки. Так что всегда просим и, главное, помогаем друг другу. Потому что неважно, вы или не вы, главное, чтобы команда приготовила очередной рецепт. Так. С этим разобрались. Тоже вот появилась вот такая вот штукенция. Можно брать учеников к себе. Ну, если я пока... Даже, я так понимаю, три ученика можно брать. Но пока что я с этим там не разбирался. И мои выпускники еще есть. Да, посмотрим. Я пока не разбирался с этой механикой, что она как даст. Так. А ну-ка, может, уже прогрузилась. И тут у меня появилась эта кнопка. Ну, нет, кстати, не появилось. Ну, вот здесь вот эта кнопочка должна быть. Ладно. Давайте тогда мы сейчас заглянем в подземелье. Там у меня, по-моему, осталось где-то два боя. Его выполним вместе с вами. Да, вот как раз два боя. Меняем. Факел. Ну и вот так. Алло. Факел здесь просто всех ваншотит. Так, и последние 30. Ну, вообще, смотри, какие слабочки. Так. А я в субботу, ребятки, пойду на Тихоокеанский рубеж. Про кайдзю буду смотреть. Ой, это вас не спасет. Черт, спасло. Ну, такое себе. 750 тоже неплохо, на самом деле. Так. У нас тут очков почти нет. Ну, вот эти все штуки неинтересные. Вот кустик красиво смотрится. Ну, мы будем собирать на зомбика. Будем собирать на зомбика, ребятки. Так. Обычный режим. Ну, давайте попробуем. Ух ты, здесь как... А, император у нас даже редкий, нам не 500 очков дадут, а меньше. Тогда без шансов выполнить то условие акционное. Ну, давайте попробуем напасть. Так, я так много слышал об этом саде. А почему я так много слышал, если это говорит Ария? Так, он, оказывается, еще красивее, чем я представляла. О, здесь уже правильно. Он был бы идеален, если бы не викинги не рвали цветы. Скорее за ними, давайте оторвем ему головы. Ух ты. Тигр еле жив был. Промах. Ну, понятно, они атакуют всегда самого слабого. И, кстати, очень даже... Ой-ой-ой. Это я зря. Ну ничего, это мы, походу, затаскиваем. Так, надеюсь, викинги уяснили, что мы всегда останемся у них занозой в ноге. В занозой вообще в заднице. Че в ноге? Так, у нас босс. Босс, ребята.
Да не, нам тут делать нечего. Чё, три? Ладно, это мы... О, врата мы можем открыть? Да, давайте попросим. Так. В общем-то, открываем врата, и тогда в следующей серии попробуем взять босса. Может, мы к тому времени Архангела как-то качнем сильнее. Так, а у нас, ребятки, кстати, у нас же будет дракон сейчас на прокачке. Чуть не забыл уже, думал серию прекращать. У нас сейчас дракончик на прокачке. И это не простой дракончик, ребятки. Это у нас будет божественный дракончик. Разместить. Вот как раз для него здесь место. Вместе с монахом он у нас там будет. Вот такой вот у нас дракончик Паньгу, ребятки. Давайте перейдем к нему. Ну, 74 у него сила атак. Давайте его будем кормить сразу. Так, мы какие-то условия выполнили. Нам дали. Так, ну, нам надо его откормить хотя бы на 20 уровень. Вот так, вовсе завалим его фруктами и овощами. Так, 20. Давайте еще его погладим. Ну, он как будто бы весь, смотрите, какой прикольный, весь в цепях такой. Такие большие голова, большие глаза. Вот эти вот крылья, как будто бы деревянные. Так, ну давайте что, давайте мы пробудим стихию, пусть будет. Не помешает. Так, и значит, нам нужно еще кого-то достать из заначки. Кого-то сейчас высидим. Кстати, я собрал, ребятки, орка. Давайте его и высидим. Будет у нас еще в следующей части дракон орк. Так, ну вроде пока все, что хотел сказать. Так что не забывайте ставить, ребятки, лайки. И до скорых встреч. Кстати, там на канале у нас же есть пункт такой, как будто бы соцсети, называется сообщество. Сообщество называется, да. Там тоже буду иногда что-то постить. Так что заходите на канал, клацайте на вкладочку, выложил там сегодня картиночку новую. До скорых встреч.